Призовой фонд куколок Америки – $1000 плюс подарки. Мам, я хочу эти подарки. Ты должна хорошо выступить. Мы надеемся на главный приз. Потрясающе. Я хочу выиграть денег. Нам нужен небольшой перерыв. Я не понимаю, что происходит. По-моему, на конкурсе творится полный бардак. Устали ждать. Пора. Опять ждать. Где Лиза? Думаю, она ушла. Режиссер скрылась с конкурса. Меня, кажется, обманули. Вот негодяйка. Коронованные детки. Добро пожаловать на конкурс «Драгоценные куколки Америки». Меня зовут Лиза Фулгем. Мы начинаем конкурс «Драгоценные куколки Америки». Мне кажется, все дети – маленькие сокровища. Я затеяла это мероприятие, потому что конкурсы должны дарить радость. На нашем конкурсе можно выиграть путевки на национальные соревнования, где будут разыгрываться $250 000. Конкуренция жесткая, но все не могут быть победителями. На каждом конкурсе бывают драматические моменты. Надо уметь проигрывать. На этом жизнь не кончается. Джермантаун, штат Кентукки. Давайте репетировать. Надо усиленно тренироваться. Иначе не победишь. Я Кэрри и моя двухлетняя дочь Кеннеди, королева конкурсов. Начинаем. Руки на бедра. Руки на бедра. Кеннеди. Я Кеннеди, мне 2 года. Стой. Руки на бедра. Кеннеди участвовала в 80 соревнованиях. Это наш первый большой конкурс. Руки на бедра, пройдись. Кеннеди много раз побеждала на конкурсах, где оценивают природную красоту. Кеннеди. Кеннеди немного порепетирует. Я думаю, она довольно организованная, хотя бывает непослушной. Кеннеди. Я прыгаю на кровати. Хватит. Иди в кровать, уже ночь. Маунт Вашингтон, штат Кентукки. Помнишь свое первое платье? Да. Меня зовут Хлоя, я люблю наряжаться в принцессу. Нравится, как папа подвесил твои короны к потолку? Да. Я Мэнди, моя дочь Хлоя, королева сцены. Как думаешь, сколько у тебя корон? Миллион. Миллион? Хлоя начала участвовать в конкурсах, когда ей было 3,5 года. У тебя полно призов, хотя ты соревнуешься только 3 года. Да. Хлоя приняла участие в 65-70 конкурсах за последние 2 года. Она всегда выигрывала звание мисс и главные призы. Она молодец. Тогда я выиграла 5. 1500. 1500. За 3 года соревнований Хлоя выиграла около $10 000. Мой любимый номер – дефиле в купальнике. Все видят мой живот, и я могу двигать бедрами. Логанвиль, штат Джорджия. Привет, Сабрина. Привет, как дела? Я Сабрина, и моя дочь Аяна должна быть самой роскошной участницей конкурса. Ух ты, какой магазин! Привет, Аяна. Я Трейси. Меня зовут Аяна, и это мой второй конкурс. Хочу еще одну корону. Меня зовут Кай, и я сестра Аяны. Иди сюда. Прекрати. Что случилось? Они превратились в монстров. Ничего. Первое, что меня заставило отправить дочерей на конкурс, это их красота. Я хотела, чтобы все видели, какие они симпатичные. Не бегай. Иногда так и хочется назвать Аяну Сибиллой, потому что она стеснительная и живет по какому-то внутреннему ритму. На первый конкурс мы надевали длинное вечернее платье.
Но в этот раз нам сказали, что нужно платье-пирожное. А что такое платье-пирожное? Не понимаю. Видите все эти слои, да? Вот это вам и нужно. Эти рюши и оборки? Да. Я увидела ценник и чуть в обморок не упала. Платье стоит $500. Сто раз подумаешь. Ну уж нет. Пошли, девочки. Когда две дочки участвуют в конкурсе, это стоит немалых денег. Ты ужасно себя ведешь, не хочу покупать тебе платье. Пошли делать прическу. Мам! Там Джеки. Привет, Кеннеди. Как дела? Моя тетя Бесси Кей пойдет с нами на конкурс и будет помогать мне с прической и макияжем Кеннеди. Сегодня мы все вместе идем в салон. Посмотрись. Я не парикмахер и никогда не была. Оставляем так, да? Я волнуюсь. У нее тонкие волосы, поэтому надо много лака. Много лака, чтобы прическа держалась. Моя тетя пойдет с нами на конкурс, чтобы помочь. Я недавно сломала левую руку, и мне тяжело. Со сломанной рукой мне трудно одевать девочек, делать прически и макияж. Мне постоянно нужна помощь, и я нервничаю. Пошли на улицу играть в бейсбол? Да! Я люблю спорт и конкурс красоты. Если мальчики проиграют, пусть наденут короны. Да. А если мы выиграем, получим призы. Любимый спорт Хлои – это бейсбол. Беги, Хло! Хлоя умеет соревноваться. Девочки победили. В этот раз я хочу выиграть деньги. Мы уже потратили $150 на прическу и макияж. Плата за участие – это $300. Еще мы заказали специальный костюм за $230. Ты испачкала туфли чем-то черным. Помоем. Всего мы потратили на конкурс около $1500. Я совершенно не в курсе финансовых затрат. На нее все будут смотреть. Мы будем сражаться до последнего. Только что девочки обыграли нас в бейсбол. Отличная игра! Кая! Аяна! Да! Давайте накрутим волосы. У меня не было $1000 на платье, поэтому мне пришлось превратиться в частного детектива, рыть землю и искать наряды на аукционе eBay. Вот так, давайте мерить платье. Это будет потрясающе. С ним что-то не так. Я покажу себя судьям во всей красе. Ну-ка, покажи, как ты собираешься выигрывать. Хочешь получить приз? Надеюсь, мы выиграем главный приз, а это $1000. Ты должна выйти так, чтобы на тебя сразу обратили внимание. Посмотрите на меня, какая я красивая. Нужно медленно пройтись, обвести всех взглядом. Вот так. И повернуться. Для конкурса на оригинальный костюм. Подойди, дай посмотрю. Ты выплываешь, как лебедь из-за кулис. Нет, не прыгай. Ты должна как будто лететь по воздуху. Я специально подбирала платье кричащих цветов с необычным рисунком. Специально, чтобы на них обратили внимание. Давай приоденем тебя. Повернись. Ты просто ангел. Все сразу влюбятся, как только тебя увидят. У меня будет розовое, пышное платье. Ты похожа на бабочку. Бабочку? Да. Опытные участницы едят, пьют и спят на конкурсах. Но я уверена, что мои девочки их всех победят. Заставим их подвинуться. Я выиграю этих девочек и получу корону. Следующей части. Это все мои деньги. Регистрация прошла очень нервно, меня, кажется, обманули. А где Лиз? В итоге она ушла со всеми деньгами. Коронованные детки.
Аяна? Да. Хочу блистать на сцене. Встань там. Меня зовут Дон. Я визажист. Можно начинать? Я знакома с Сабриной 2 недели. Она пришла в магазин Мак. Ей понравились мои работы. Если бы я сама это делала, она была бы похожа на клоуна. Поэтому хорошо, что ты здесь. Конечно, я тебе помогу, ты же знаешь. Я не собиралась приходить на конкурс, но Сабрина меня очень попросила. Я уверена, что все получится именно так, как она хочет. Ты в порядке? У Аяны красивые глаза, и именно на них мы решили сделать главный акцент. Аяна отлично держит позу. Даже если камеры направлены не на нее, она знает, что она звезда. Я хотела это подчеркнуть, но в то же время девочка не должна выглядеть вульгарно. Закрой глазки. Почему мы еще не накрашены? Иногда макияжа бывает слишком много, особенно когда работаешь с маленькими девочками. Надо понимать, что красота — это не только внешность. Она идет изнутри. Улыбнись. Она красит мне глаза, губы, накладывает тон. Мне нравится. Я рада, что тебе нравится. Макияж готов, я похожа на принцессу. Твой выход. Я не могу. Джермантаун, штат Кентукки, за день до конкурса. Папа дома. Давай посмотрим, что он принес. Я ничего не понимаю в конкурсах. По-моему, это твой купальник. Но девочкам нравится готовиться к ним, участвовать. Они довольны. Красота. Конкурсы — очень дорогое удовольствие. Как правило, мне приходится продавать платье Кеннеди, чтобы покупать ей новые. Просто не хватает денег. Вот так? Сними! Подожди, мама сейчас подправит. Не думаю, что ей было совсем неприятно. Просто немного неудобно. Нет, снимай! Покажись маме. Сними! Сначала покажи маме. Сними с меня купальник! Смотри, там Джаред и Картер. У меня 3 детей. Джаред, ему 9. Картер, ему 6. И Кеннеди. Покажи Джареду и Картеру свой классный купальник. Повернись. Мои мальчики всегда говорят, что Кеннеди красавица. И она чувствует себя принцессой. Молодец. Маунт Вашингтон, штат Кентукки. Готова? Да. Сейчас Хлои будут делать маску для лица, чтобы она выглядела прекрасно. Надо лечь на кушетку. Я никогда не делала маски. Точно готова? Мам, что они собираются делать с моим лицом? Это ее первый визит к косметологу. Она немного волнуется, потому что не знает, что ее ждет. Отлично. Закрой глазки. Чего не сделаешь ради победы на конкурсе? Начинаем, не открывай глаза. Мне не нравится. Ты еще не пробовала? Все равно не нравится. Попробуй. Я серьезно отношусь к конкурсам. Если ты в них участвуешь, надо выступать лучше всех. Как-то неудобно. Можно их убрать? Расслабься. Немного холодно, да? Да. Ты расслабилась? Нет, не могу. А потом это все снимается? Да. Это так необычно. Пока, Хлоя. Пока, увидимся. Логанвиль, штат Джорджия. Угадайте, что у меня? Камушки. Да. Ваше украшение. Приехали камушки для платья. Пришьем украшение на платье. Да. Я не была уверена, что камушки для платья доставят вовремя. Как вам мои косички? Нравится? Это одна из моих любимых причесок. Я чувствую себя очень творческим человеком во время подготовки к конкурсу. Не имею ни малейшего представления, как это делать. Я стараюсь сделать все как можно лучше. С изнанки платье может быть непривлекательным, но снаружи должно быть шикарным. Подойди и помоги нам украсить платье. Хорошо. Подключайся. Надеюсь, меня не привлекут за использование детского труда. Вы же никому меня не сдадите, правда? Да. Я буду украшать платье.
Я разрешил им приклеить несколько камушков. Так они при деле. К тому же это ощутимая помощь. Смотри, как надо делать. Наносишь клей, потом кладешь камушек. Этот запах клея, по-моему, я надышалась. И вы можете с полным правом сказать, что это настоящая ручная работа. Давай, Хлоя, пора ехать в Нэшвилл. Ради конкурса к нам приехала моя мама. Хорошо, принесу платье. Хорошо. Жду не дождусь. Волнуешься, Хлоя? Да. Мне нравится выступать на сцене, поэтому я люблю конкурсы. Вот твоя сумка, пошли. Мы опаздываем. Чемодан собран. Если не готов к конкурсу, это ужасно. Такое ощущение, что идешь неизвестно куда и не знаешь, что тебя ждет. Все, я закрываю. Нэшвилл, штат Теннесси. День конкурса. Пошли, Кеннеди. Мы только что приехали в Нэшвилл, штат Теннесси. Это первый конкурс для Кеннеди. Я уверена, все будет хорошо. Давай! Выиграть может каждый. Неважно, кто ты, ветеран или новичок. Победит тот, кто будет выглядеть безупречно и хорошо выступит. Кеннеди красотка, ей 2 года. Она очень жизнерадостная. Пошли. В конкурсе модели она проявит себя во всей красе. Давай, пошли. Нет, хочу в туалет. Я готова. А я на милая 6-летняя девочка. Она только начинает участвовать в конкурсах. Все молодцы. Хлоя уже принимала участие в конкурсах. Думаю, она хорошо готова к выступлению на сцене. В этом бизнесе крутятся миллионы долларов. Организаторы некоторых конкурсов получают миллиард долларов в год. Одни зарабатывают 20-30 тысяч долларов, другие — 250 тысяч в год. Это все мои деньги. Плата за участие в конкурсе — $375. Надо заплатить 275. Регистрация прошла очень нервно. Режиссер сказала, что надо заплатить всего $300. $300? Она сказала, что можно заплатить меньше. А когда я пришла, сообщила, что мы недопущены. Я думала, все окей. По-моему, меня обманули. Я думаю, приди мы раньше, нас бы не наказали. Спасибо. Хорошо, спасибо. Сегодня мы участвуем в конкурсе «Драгоценные куколки Америки». И это очень волнительно. Здесь все такое большое. Для начала огромная сцена. Она похожа на подиум. У нас нет возможности репетировать. Когда они увидят, это будет шок. Нервничаешь? Я волнуюсь перед выходом на сцену. Надо сделать макияж. Я обожаю, когда мне делают макияж. Смотри вверх. Меня зовут Валерия, я визажист Аяны. Дай посмотреть. Не знаю, что происходит с визажистом. Я думала, что с нами будет работать настоящий профессионал, а на самом деле она умеет не больше моего. Я бы тоже так могла. Как насчет синей волшебной пыли? Тени для век? А что делать с париком? Извини. Самая большая проблема на конкурсах — притворство. Это когда люди изображают тех, кем на самом деле не являются. Ты в порядке? Иди ко мне. Что случилось, детка? Слишком сильно потянула. Мама, мне больно. Прости. Наши планы немного изменились. Моя тетя Бесси Кей не смогла приехать, поэтому помогать с прической будет сестра мужа Эми.
Эми никогда не причесывала Кеннеди, поэтому я очень переживаю. Боже! Не зевай на мамочку. С утра Кеннеди была в хорошем настроении, все время веселилась. Я спать хочу. Поспишь после шоу. Она будет шиньоном во время всех трех конкурсов. Мам, я сниму его. Что снимешь? Его. Я бы так не волновалась, если бы Кеннеди была в хорошем настроении. Мне нравится. А тебе? Нет. Мне не терпится увидеть прическу и макияж Хлои, потому что мы работаем с другим парикмахером-визажистом. Хлоя такая куколка. Я с ней раньше не работал. Не видел ее выступлений, но она определенно красавица. Выглядишь роскошно. Обладатели главных призов получат наличные. Абсолютная королева получит облигацию на $1000. Хочу выиграть деньги. Хлоя, без сомнений, станет абсолютной королевой. В следующей части здесь полный бардак. Нам сказали, что режиссер вернет все деньги в течение 2 недель. Мне кажется, она ушла и не отдаст никому деньги. Коронованные детки. Быстрее, шевелись. Быстрее. Я готова. Конечно, готова. Выглядишь прекрасно. Правда, готова? Тогда пошли. Да. Да, Кеннеди готова к выступлению. Она в хорошем настроении, может идти на сцену и танцевать. Ждем. Начало задерживается. Спасибо. Надеюсь, из-за этих проволочек она не потеряет настрой. Я надеюсь на это. Пора. Всем доброе утро. Добро пожаловать на драгоценные куколки Америки. Мы рады видеть всех в нашем зале. Сегодня в программе дефиле, дефиле в купальнике и конкурс на оригинальный костюм. Победа дает право участия в национальном конкурсе с призовым фондом $250 000. Победа будет трудной. Я тоже такое хочу. Это Пейтон. Пайпер обожает везде ползать и поесть. Судьи оценивают все в комплексе. Темперанс обожает шопинг с мамой и играть в видеоигры с папой. Мне нужно, чтобы участник вышел на сцену и произвел впечатление. Он должен получать удовольствие. Это прежде всего. Спасибо, Темперанс. Делай то, что мама говорит, поняла? Первая участница в группе от 2 лет — Лилиана. Лилиана обожает гимнастику и конкурсы. Лилиана. Следующая участница номер 6 — Кеннеди. До, после. Смотри на Эми, прямо на Эми. Кеннеди, смотри. Руки на бедра. Это мое. Да, руки на бедра. Кеннеди 2 года. У нее волосы орехового цвета и светло-карие глаза. Мам, подарки. Любимый цвет розовый. Прекрати реветь. Призы стояли прямо перед Кеннеди, и она расстроилась. Она хотела их забрать. Кеннеди, повернись, а не то не выиграешь приз. Посмотри на маму. Прекрати. Продолжай. Кеннеди обожает конкурсы и коллекционировать награды. Улыбайся шире. Вот так, молодец. Хочу подарки. Руки на бедра и повернись. Помаши рукой и пошли воздушный поцелуй. Вот так. Участница номер 6. Кеннеди. Пошли отсюда.
Кеннеди выступила ужасно. Она уставилась на все эти подарки и даже не слушала меня. Ты выступила ужасно. Ничего не выиграешь, если будешь плохо выступать. Кеннеди выступила не так блестяще, как обычно. Да, я очень обеспокоена этим. Посмотри на меня. Мама недовольна твоим выходом. Пошли, наденем купальник. Кеннеди, скажи, зачем? Я притворялась. Нет, не притворялась. Почему ты плачешь? Ты должна выйти и всех поразить. Ясно? Ясно. Хорошо. Мы готовимся к дефиле. Это моя любимая часть. Аяна. У меня платье, как у принцессы. На сцену приглашаются участники из группы шестилетних. Прошу на сцену участников, которым исполнилось 6. Аяна в целом довольно симпатичная. Но меня не совсем устраивает ее внешний вид. Я хотела профессиональную прическу. То есть выглядит неплохо, но я бы и сама могла так сделать. Мне не очень нравится ее прическа и макияж. Я не могу сказать все, что думаю. Итак, начинаем. Встречайте. Кэролайн. Саманта обожает играть с мягкими игрушками. Смотри, что она делает, и повторяй. Поняла? Ей нравятся конкурсы, охота и рыбалка. Почти наш выход. Это была Destiny. Следующая участница — Аяна. До, после. Аяна. Аяне 6 лет. У нее каштановые волосы и карие глаза. По-моему, она немного нервничала из-за яркого света и декораций. Аяна очень милая и живая. Мне кажется, ей надо быть поувереннее в себе. Участница номер 18 — Аяна. Аяна! Дефиле удалось. Отлично. Молодец. Для такого новичка она выступила неплохо. Конечно, у остальных детей гораздо больше опыта. Они участвуют в конкурсах с самого рождения. Но на самом деле Аяна смотрелась не хуже всех конкурсных ветеранов. Кейла. У нее каштановые волосы и карие глаза. Я возьму тебя за руку и отведу на сцену. Я очень нервничала за кулисами, потому что там есть маленькая ступенька, а у нее длинное платье. Она может запутаться в оборках, споткнется и упадет. Видишь эту ступеньку? Ты можешь случайно наступить на платье, поэтому я помогу тебе выйти. Хорошо. Следующая участница номер 20. Это Хлоя. До, после. Хлоя 6 лет. Предположу, что ее любимый цвет — красный. Участница номер 20 — Хлоя. Я отлично выступила. У меня такое красивое платье. Как тебе? Потрясающе. Она правда была великолепна. Смотрела на судей и на зрителей. Лучше и быть не могло. Ты всех победишь. Я успокоилась и готова к дефиле в купальниках. Надо переодеться. Заходи. Сделаем небольшой перерыв. Девочки переоденутся и снова выйдут на сцену. Не понимаю, что происходит.
Соревнования остановлены. Никого нет на сцене. Наверное, девочки переодеваются и делают макияж. Нам опять приходится ждать. Я немного расстроилась. Если бы я знала, что конкурс задерживается, то не стала бы торопиться и спокойно переодела бы Кеннеди в купальник. Он грязный, это не наше. Я бы с радостью спела для вас. Но я не певица и не актриса, и не умею веселить людей со сцены. Всем, конечно, интересно, когда мы продолжим соревнования. Но все идет, как и было задумано. Хочу встать на стол. Нет, этого нельзя делать. Кеннеди устала и хочет спать. А ведь дефиле в купальниках еще даже не началось. Я обещала ей, что она пробудет в купальнике 15 минут, а ей приходится сидеть в нем уже 2 часа. Я очень недовольна. Покажи ей, что надо делать. Двигай бедрами. Идем дальше и начинаем дефиле в купальниках. Все готовы, начинаем. Спасибо за ваше терпение. Это Пайпер. Это Лили Онор. Темперанс. Следующая участница — Кеннеди. Твоя очередь. Пошли. Покрутись. Давай, поворачивайся. Воздушный поцелуй? Пошли, Эми, воздушный поцелуй. Смотри сюда. Двигай бедрами. Спасибо, Кеннеди. У Кеннеди не было яркого макияжа и парика. Мне это очень понравилось. Так даже лучше. Мы еще не видели остальных участников, но это лучше, чем то, что было в дефиле. Мам, я хочу подарки! Ты должна хорошо выступить. Хорошо. Поцелуй меня. Хочу, чтобы ты вышла на сцену и энергично двигалась. Больше всего мне нравится мой необычный купальник. Далее у нас участница номер 18. Аяна. Аяна! Давай, Аяна! Молодец! Я совсем не боялась. Как только она пошла, у меня сердце в пятки ушло. По-моему, она подумала, что все закончилось, поэтому номер получился коротким. Она так быстро ушла. Не знаю, как это повлияет на оценки судей. Я думаю, вы понимаете. Участница номер 20. Хлоя. Мне кажется, Хлоя знает, что надо делать. Она следит за собой и выглядит прекрасно. Это Хлоя. Я отлично выступила. Ничего не перепутала. Дальше у нас оригинальный костюм. И я волнуюсь. Пора переодеваться. Это не мои носки. Нет, это твои носки. Нет. Хватит, детка. Пошли найдем что-нибудь попить. Уже началось? Кто-нибудь знает? Организация конкурса отнюдь не идеальна. Постоянно случаются какие-то накладки. Мы все время отстаем от графика. Вы все такие красивые. Дай пять. Следующий пункт программы — оригинальный костюм. Самое ужасное, что Кеннеди почти заснула, а нам еще уходить на сцену. Скоро начнется конкурс на оригинальный костюм.
Конкурс на оригинальный костюм задерживается. Нам приходится сидеть и ждать. Я устала ждать. Очень устала. Приходится ждать. Здесь творится жуткий бардак. Благодарю за терпение. Продолжаем соревнования. Это Пайпер. Грета. Марайя. Ты должна выйти, танцевать и веселиться. Посмотри на мамочку. Это была Destiny. Следующая — Кеннеди. Твой выход. Давай. Потряси головой. Вот так. Давай. Воздушный поцелуй. Поцелуй. Смотри на судей. Скажи им пока. Это была Кеннеди. Все. Кеннеди танцевала, показала все, что умеет. Я горжусь тобой. А я тобой. Ты умница. У меня как будто крылья. Ты просто должна хорошо выступить. Я никогда не нервничаю. Далее участница номер 18, Аяна. Давай, Аяна. Аяна на сцене — это просто праздник. Участница номер 18 — Аяна. Молодец, Аяна. Судьи в тебя просто влюбились. Она была великолепна. По-моему, она отлично выступила. Умница. А теперь можно в бассейн? Хватит. Я еле сдерживала слезы. Это такое счастье. Дочка блистала на сцене. Участница номер 20 — Хлоя. К концу дня она сильно подустала. Она нормально выступила, но может гораздо лучше. Участница номер 20 — Хлоя. Я очень расстроилась. Сейчас упаду. Совсем не пошло. Да. Но я все еще верю, что она поборется за главные призы. Следующие части. А теперь то, чего вы так долго ждали. Вы не знаете, где Лиза? Режиссер сбежала с деньгами. Она обокрала не родителей, а детей. Коронованные детки. По-моему, это полное безобразие. Конкурс должен был закончиться в половине третьего, но уже 5 часов, а мы все еще ждем награждения. Всем добрый вечер. Продолжаем. Благодарю за терпение. Наступил долгожданный момент награждения. Сначала будут объявлены вице-мисс и мисс в каждой группе. Если ваше имя не будет названо, значит, вы выиграли главный приз. Приглашаем участников в возрасте 2 лет. Давай, твоя очередь. Поднимайся на сцену. Мы не слишком рассчитываем на корону. Я переживу, если мы проиграем. В группе девочек в возрасте 2 лет вице-мисс становится Кеннеди. Кеннеди стала вице-мисс в своей группе. Хоть какая-то награда. Мисс становится Лилиана.
Мне говорили, что будут давать призы за лучший купальник, оригинальный костюм, лучшее фото. Давай, Кеннеди. Но награждали совсем не за это. Куда делась Лиза? Режиссер куда-то скрылась. Не можем ее найти. Где Лиза? Говорят, она забрала деньги и ушла. Вы знаете, где Лиза? Мы сами ее ждем. Ясно. Она скрылась в разгар награждения. Не заплатила по счетам. Это просто безобразие. Мне интересно, все говорят о каком-то письме, но я его не видела. Было какое-то письмо. Режиссер вручила мне письмо, в котором говорится, что награды будут вручаться только в форме долговых расписок. Представляете? Я не видела никакого письма, только слышала, что Лиза пообещала отдать призовые в течение 2 недель. Шансы получить деньги по расписке почти равны нулю. Вот негодяйка. На сцену приглашаются 6-летние участники. Иди, Хлоя. Поаплодируем им, они молодцы. Хлоя потрясающе выступила. Думаю, у нее хорошие шансы на победу. Я так волнуюсь в ожидании награждения. Надеюсь, призы достанутся моим детям. Вице-мисс в этой группе становится... Аяна! Умница, Аяна! Я блистала на сцене и выиграла корону. Поздравляю. Аяна стала вице-мисс, остановилась в шаге от королевы. Победительница в этой группе... Лексия. Судьи, наверное, съели что-то не то, потому что моя Аяна лучше всех. Поаплодируем 6-летним участникам конкурса. Хлои не назвали, значит, она выиграла главный титул. Что такое? Ты выиграешь главный приз. Идем дальше, награждаем победительницу. Победительницей конкурса становится... Участница номер 20 — Хлоя. Давай, детка. Хлоя выиграла главный приз. Поздравляю, Хлоя. Я заслужила главную корону. Что тебе дали? Хлое вручили корону и ленту. Мама, где деньги? Не знаю. Она должна была получить $250 наличными, но нам их не дали. По-моему, меня обманули. Я чувствовала это с самого начала, но надеялась, что все будет хорошо. Люди просто в ярости. По моим расчетам, режиссер собрала с родителей $15,000-20,000 наличными за участие в конкурсе. Я думаю, она сбежала с деньгами и никому не вернет. В конце концов, она забрала деньги и ушла. Это ужасно. Она обманула не взрослых, а детей. Три месяца спустя Хлоя все еще ждет свои призовые. Участники конкурса не могут нигде найти Лизу Фулбин. Это худший конкурс в моей жизни.